Так, я тут заметил, что я могу купить за Франклина Smoke on the Water, дым над водой. Лестер звонит, секундочку. The jewels have been fenced, and Michael's angry Mexican friend has been compensated for the house, so I'm transferring your cut of the jewel store job. Good work. Alright, cool, man. Good working with you. Окей. Так, давайте приобретем. Да, приобрести. Вы купили дым над водой. Здесь продается по рецептам медицинская марихуана. Понял. Еженедельная прибыль составит $9300. Так, хорошо. Время от времени менеджер будет связываться с вами, чтобы вы помогли уладить дела. Понял, понял. Так, вы приобрели недвижимость. Ну, денег у нас до хера все равно на Франклина, поэтому можно теперь переключиться на кого-нибудь другого, потому что я смотрю, задания у нас есть на других персонажей. Именно поэтому я переключаюсь за Майкла. Ну, пока что. Я просто решил переключиться за Франклина, вроде как одно задание на нем было. Но я так и не понял, какое, потому что ничего я в итоге не успел посмотреть. Вот за Тревора нашел, за Франклина нашел. Ой, за этого. За Майкла нашел. Насчет Франклина, что-то пока все пусто. Мейс Банк, пришла новая выписка по счету. Это, видимо, деньги от Лестера. И, кстати, у нас здесь недвижимость тоже есть. Ну ладно, я ее пока пропущу, не буду покупать. Дмитер, чтобы сфокусироваться на цели. Да, нафиг идите. Так, ладно, окей, я поеду на контрольную точку и включу запись, когда я там буду. Так, в общем-то, я тут еще кое-что нашел. Я все бабло потратил на питчерс. Это заведение продает выпивку жителям Сан-Андреса. Почти за $1 000 000 я это все купил. Еженедельная прибыль составляет меньше, чем от марихуаны доход. И стоит зато почти в 3,5 раза дороже. Менеджер будет связываться, бла-бла-бла. Ну, мы в общем поняли. Ну, здесь, наверное, какая подработка? Тупо, как называется? Господи. Развоз, наверное? Выпивки. В общем, вот приобрели две недвижимости, почти все деньги угрохали. Здравствуйте, мистер Де Санто. Надеюсь, вы не против, что я вот так вам пишу. Я менеджер Питчерс. Я подумал, что мне нужно представить. Я в туру ту 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 ту. Я продолжаю ехать дальше в очередной раз к заданию Майкла. Наконец, получил деньги. Дом скоро будет как новый. Приятно, что ты сдержал свое слово. Мартин Мадрасо. Ну что, Мартину мы дали откуп. И дом тот самый почти готов, поэтому все нормально. По крайней мере, теперь у Майкла. Но хотя появился Тревор, поэтому еще не все нормально. Так, слава богу, теперь своими смс-ками меня никто не отвлекал. Я могу... Так, а... Это вы там не насчет меня орете? Ну ладно. Так. Теперь можно встретиться с нашим другом Дэйвом. И узнаем хоть кто это. Я его видел то раз за компанию всего лишь. Когда он приходил в дом Майкла и рассказал насчет новостей, которые сейчас крутят. А, я так понял, надо вниз, да? Окей. Так, ну вот и мы. А вот и Дэйв. Дэйви! Как ты делаешь? Но это как можно ожидать, но новость не хорошая. Я не знаю, что ты говоришь. Я знаю, что ты делал эту f***ing jewelry job. Davey, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. But we haven't really talked about anything either. But if not when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border... Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Uh-uh. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did.
I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Обалденно. I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. Так, окей. Нам дают поиграть жмуриком. Мы сейчас, наверное, в морг тогда отправляемся. Да, мы идем в морге. Джон Доу, белый, избыточный вес, под 50, скорее всего, инфаркт. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of Redwoods. See the broken capillary? Рота, подъем, блядь! Jesus! Get back from the dead, motherfucker! Конечно, обосрались. Неожиданность такая. Труп встал. Так, здесь, я так понял, одежда. Хм. Да, майка с штанами. Давай, сука. На! По лицу прям. Так, обыщите морг и найдите тело Фернандо Керимо. Но это женщина, я сразу вижу. Точно? Ладно. Так, у нас только пистолет, и то без глушителя. Тоже женщина. Звоним Дэйву. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Ну зашибись, я походу просто так сгонял. Так, надо идти очень аккуратно. Способность останавливается, когда я попадаю в голову. Или что-то там еще. Или, по-моему, просто раню оппонента. Окей. Так, еще патрончики нужны, ребят. Так, секунду. О, дробовик есть, котик есть. Отлично. Так, секунду. Слышь. Выйти не хочешь? Так, окей. На что у нас там с вами? У нас ППшка есть, так, помповый дробовик. ППшка на какую? На семерку. Так. Давайте возьмем обратно пистолет, все-таки наш. Боевой пистолет еще и с фонариком есть. А, нам не сюда, извиняюсь. Майкл, твое оружие лежит в черном мешке для мусора в хранилище. Вещдоков на верхнем этаже. Так, нам сюда? Нам сюда. Угу. Интересно, это будет как за дополнительное задание? Ну, типа для золотой медали. Найти оружие от Дэйва. Походу, кстати, да. Притом оно еще и помечено. Так, нам сюда.
Нам... Так. Выше уже не подняться ведь. Наверное, все-таки нам вот сюда вот. Мне кажется, нам сюда как для дополнительного задания, так и для основного. Ай, хорошо, Майкл. Так, ну блин, просто так, считайте, вырубились. Даже Фердинанда Керимова нету. Ой. Фак. Фак, 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 фак. Чуть-чуть. Да, занимайтесь своими делами. Еще идут. Блин. Умри уже. Так, мы получили патроны и калашик. Что ты там сказал, мадафака? Майкл, блин, ты через дверь как бы быстрее бы проходил. Так, ладно, ну и хватит. Нам... сюда, нет? А, через окно он сказал, да. Так. Окей, прыгаем. Прыгай. Так. Я так понял, полиция по нашу душу, да? Да. Ну, естественно, я возьму вот этот агрегатик. Так, Майкл, валим нахер отсюда, короче. Блин. Так, поехали. О, ванильный единорог. Что в онлайне, что в пятой, меня всегда тянет к нему. Кухлер убит 25 раз. Это что такое? Это сообщение или это какая-то инфа? Видимо, это какая-то инфа. Нет, а может сообщение, не знаю. Пофиг вообще. Так, давайте где-нибудь здесь, пока схоронимся. Пока нас, блин, не нашли. Мне кажется, если нас кто и вычислит, то это будет вертолет все-таки. Но пока его вроде не наблюдается. Ну. Ну, теряйте. Блин, 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 они прям рядом. Твою мать. Меня спалили в последнюю секунду. Ну как так-то? Ребят, ну вы не могли подождать чуть-чуть прям. Секундок 10, наверное. Просто 10 секундочек. Так. Давай-ка дубль 2, Майкл. Сейчас мы где-нибудь... Покруче место найдем. Так, а может через автостраду проехать? Ну, чуть-чуть. Просто, я думаю, мы просто так сейчас выход не найдем здесь. А где-нибудь здесь, мне кажется, можно сохраниться. Ребят, будете спамить мне, те, кто подписчики. Я знаю, что это подписчик пишет. Я просто удалять буду. Так. Что это уже неоднократный спам идет мне. Так. Блин, а если я... Ух, ё. Ух, ё, меня просто поджимают. Ладно, я попробую сюда заехать. Фак, 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 фак. Надо чуть-чуть отъехать. Ё-моё! Здесь полицейский? Да. Пошел вон отсюда. Еще полицейский. Ужас какой. Ну все, нет? Да. Вот, короче, все. Вот так вот и сижу. Все, давайте. Вот так вот просто и сидим. Просто ждем. Просто ждем, когда все кончится.
Так, Майкл, как там, нормально все? Я боюсь опять ехать сейчас. Ой, ой, ой! Тихо, ну-ка. Аккуратненько. Кто меня на этот раз спалил? Походу, автомобили меня спалили. Слушайте, блин. Это какая-то неоднозначная миссия. Это, походу, Мейзбанк-арена. Я, походу, к банку подъехал просто. Боже, как я хочу свою видеокарту просто в жопу затолкать. Кому-нибудь, не знаю. Из-за всех вот этих вот, что сейчас происходит. Я надеюсь, здесь нас не найдут. Я даже вот так вот сделаю. Все, вот просто сидим. Если меня сейчас найдут еще раз, я уже вне записи попробую от них оторваться. Меня нашел вертолет. Мне интересно, как, через крышу? Так, ребят, давайте все. Вне записи. Да ладно, блин, я это сделал. Hey, Mike. F. Hey, we need to talk. Quick. Meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Так. Ну, в общем, я потратил не одну минуту на это дело. Так, секунду, Дэйв. Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people, if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. А, так вот, в общем, я потратил не 5 минут, где-то около минут 10, наверное, чтобы от них уйти. Сначала я заблудился в доках, потом я нашел путь, еще угонял от них. Ну и только потом я увидел ту стройку, заехал на нее и закончилась эта самая погоня. Ну и сейчас нам надо встретиться с Франклином, переговорить по поводу всего, что происходит. Но нужно это сделать у нефтяных вышек, в Эльбуро Хайтс. И главное, чтобы за Франклином хвоста не было. Уж зачем такая конспирация, я не знаю, но, видимо, сейчас-то мы должны узнать, что все-таки происходит. И зачем Майкл договорился о встрече с Франклином. В такой глуши. Ну, не совсем, конечно, глуши, но подразумевается именно это. Так, ну окей, вот мы и приехали. Эй, Франклин, что происходит? Надо выйти из города. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look, you remember, I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh,
fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's hell walking on Earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood in, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides, you know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. Ну, в общем-то, Франклин будет все равно нам прикрывать спину, несмотря ни на что. Точность, так, время и без маркировки. Ну, если бы я так долго от копов не уходил, в принципе, все было бы намного быстрее. Так, ну, я думаю, сейчас у нас с вами два задания. Либо опять на Дэйва Нортона сыграл классический блиц. Либо сейчас идти на задание на Майкла, либо на задание на босса, как он зовет? Босса Дэйва Нортона. Так, нам звонит дочка. Hey, Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! Блин, мы спасли дочь, главное, от стыда и от тех самых порноактеров, но все равно она на нас злится. Но я не знаю, мне реально все-таки жалко Майкла по-своему. То есть, я это, конечно, говорил уже, но не могу это еще раз не сказать. Реально жалко мне Майкла просто. Так, ну что, на задание к ФРБ... Так, наверное, сейчас излишься из-за того, что я, так сказать, попросил тебя об услуге. Не хотел тебя втягивать, но проблема в том, что мой босс решил раскопать старые дела. Бла-бла-бла, короче. Угу. А, так вот. И, в общем-то, сейчас либо ехать к начальнику Дэйва Нортона, либо ехать, я так понял, в дом Майкла, раз буковка М. Знаете, несмотря на то, что я уже, можно сказать, подъехал к боссу Дэйва Нортона, я все равно поеду в дом Майкла для начала. Я хочу узнать, что там за задание будет. Сейчас мне это, кстати, больше интересно, чем тупо работать на этих ссаных федералов, поэтому... Хотя, блин, там все дороги, походу, ведут к управлению федералов. Что я хотел срезать, блин, только что. Ничего не получилось. Так, ну ладно. В общем, насчет подлагиваний, они у меня опять через раз идут, у меня абсолютно все закрыто ненужное из программ. Но, видимо, вчера я играл за Тревора в округе Блейн, а в пустыне, видимо, FPS так не проседает, как в Лос-Сантосе. Но вне записи у меня все нормально, да и в онлайне вчера все нормально было в Лос-Сантосе, но я не знаю, у меня что-то конючит все-таки видеокарта, я так понял. Вообще она мне бракованная так-то попалась. Она у меня... В самом начале некоторые игры просто заставляла вылетать безвозвратно, то есть прям закрывалась. Вот. Ну, потом я одной прогой ее починил. Вот. Ну и...
все равно, видимо, она дает о себе знать, что через раз у меня то все нормально, то вот такие, блин, дела происходят. Ладно, а мы тем временем возвращаемся в дом Майкла. Слава богу, что Франклин от нас не отказался. Готов нам помогать в любой ситуации. Я не могу больше вас мучить, поэтому давайте я доеду спокойно и вернусь. Так, странно, у меня что-то кнопка F10 как-то через раз работает. Я возобновлял, блин, запись. Давайте смотреть, что у нас тут. Я пока выложу две серии и чуть позже, сейчас пообедаю, отдохну и сниму еще третью и четвертую, наверное. Завтра, ребят, не знаю, как GTA-шка пойдет, потому что все-таки родители будут дома, надо будет выбрать подходящий момент, чтобы записать серию, поэтому... Кто-то сказал йога. You know, ever since that psychotic pal of yours turned up, you've turned into an even bigger asshole. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still... That crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering asswipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes. She's very centered. A regular you oasis of peace and tranquility, this with one. With anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too. Please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, no. The yoga is for sharing. Come, come, Miguel, come. Awesome. Miguel. So, Fab, if you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Yeah, no doubts. Why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Michael. Now here is good. We have the sun and the moribunda. The asshole. Now we begin from the asshole to the earth. Yes, we begin each sequence. Tadasana. Yes. Так, ну давайте. Видимо, сейчас надо нажимать какие-то кнопочки, да, будет? Un. Так. Deux. Un. Ус. Рот и анус на одной линии. Боже мой, что вообще происходит? Так. Так, секундочку. Блин, у меня стол кончается, когда я мышкой веду. Извините меня. Lose yourself. You are just one monk being in the great stool of the Ishtadevata. Bullshit. Да, чё за хрень? Please don't waste Fabian's time. Блин. Так, тихо. Я веду... стоп! Я же вел! Блин! Мне надо купить веб-камеру и установить ее либо на клавиатуру, либо на мышь. Потому что в некоторых играх я выполняю то, что требуется, но игра мне это не засчитывает. Вот, так, веду. А что если я пробел нажму вообще? Ну-ка. Так, пробел. It's so simple. Come on. А, ага. Ну. Air through the nose and out the mouth. Да, блин. How you say? This is funny. Слушайте, это пипец какой-то. На геймпаде намного легче эту миссию пройти. Смотрите. Так, я веду. Оставляю на том же уровне. Удерживай. Ага. Pretend there's a cigar in your mouth. Strength, Mikkel. Я же нажал!
Слушайте, мне надо геймпад, короче, срочно покупать. Я, наверное, не смогу эту миссию пройти. Ладно, я попробую еще раз. Я, кажется, понял, что от меня требуется. Так, я сейчас куда-нибудь мышку вот сюда вообще положу. Так. Подвел. А дальше. Хорошо, вдох-выдох. Следующее. And I'll twist the breath, Mikhail. Strong inhale. If we put him on a 6-month kale only diet, he might just get healthy. Or die. Так. Inhale through the nose. And out through the mouth. Выдыхай, Майкл. Блин, тут моя кружка! Okay. Все, нормально. Фу, блин, капец, я уже думал, сейчас придется кружку из этого уронить. Так, дальше. Вау. You feel that? The emotion inside. Let it go. Надо будет дома попробовать сейчас так же сделать после этой миссии. Интересно. Breathe, Mikhail. Just exhale, Michael. Keep it tight. Ну? А, я понял, что надо делать. Тут не надо мышь вести. Тут главное просто зафиксировать ее в этом положении. Слушайте, я могу ее потом попробовать на 100% перепройти. Окей. Теперь надо, наверное, вверх-вправо, да? Или вверх-влево. Так. Давай, Майкл. You can breathe, can't you? Угу. Are you taking this seriously, or is this some elaborate way to get at me? Yeah, I'm about to feel some emotions, all right. Remember, children. Так. Еще будет. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. He may surprise you. Plank. Plank. Chaturanga. Chatur. Yeah. Feel the flow. Everything is flowing in me. Так, ну я понял. Would you? Давай, Мигель. Сейчас мы с тобой что-нибудь сморозим, братан. Так. Сожми, да, дитя мое. Блин, вот это вот дышать мне не нравится в этой миссии. Тут через каждые 5 секунд это надо делать. Так, давай. Да понимаю, понимаю. Так. Принимаю упор, лежа. Так, теперь ему надо отжаться один раз. Да ведь? Да, ему надо один раз отжаться. Дыши, Майкл! Look at the concentration on his face. It's like a gorilla with a cell phone. Your lungs, they work, yes? Let it out. Так. Okay. Ну и осталось лишь. Согнуться и встать. Breathing is almost the most important thing, no? Так, ну, чё, всё? We might be about to witness the first yoga-induced heart attack. Take in the air and release it. Ну всё. Exhale. Блин, я, конечно, не сразу разобрался там с управлением.
You have come a long way today, Mikael. Yes, later you will cry like a baby. Yeah, right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Mikael. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Back into my pelvis. Back. What? Back, back. Yes, there you go. Oh! 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 What? Hey, enough of that! Yoga is the answer, Mikael. But what is the question? Why am I such a moron? We are leaving, and we are never coming back! Good! You are alone, you pathetic psychopath! Fuck you! And that phony French fucking yogi! Ah! Ну ладно. Идите в комнату Джимми. А что нам Джимми, в ней делать? Эй, Джимми, все еще тут? А, так. Надо вспомнить, как там... Ага. James, go эй, отвали. Fuck you. You know what? It's nice TV. Did I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? Come on, I want to go for a ride. I gotta meet a friend. All right, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. Так. Какое-то долгое у нас, кстати, задание, я смотрю. У нас тут задание было долгое. Так. Направляйтесь в бургершот. Ну, блин, по-другому не получается у друзей Джимми работать. You know, you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No, you're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the dope-smoking, game-playing, live-at-home world owes him a living millennial. I knew it. I knew it. The mask was gonna slip. The monster's been exposed. The hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. Look, I'm sorry if I don't express that correctly. But why do you think we're here together? Because you're scared shitless of being alone? Oh, now you're an armchair psychologist. Just like the rest of the city. You brought me here, Michael. Don't get surprised when some of the razzle-dazzle rubs off. Well, I thought you'd keep your head. You'll see through some of the bullshit. Я теперь ненавижу ездить в этой игре. If you think you're walking around a town full of idiots with your Midwestern picket fence values, then you're probably the biggest idiot here. Так херово я играл только в Call of Duty Black Ops 2 на старом компе, на Celeron'е. You really have to meet my friend? Yeah, I really do. Then please don't get weird. For once in your life, don't be weird. Так, это он, я так понял. The friendly neighborhood drug dealer. Yo, brother man, what's man? Up? What's up, man? Good to see you. What are you, turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Ah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. Come on, man. What the fuck? Jimmy. Just hold on a second. Oh, all right. Later on. Careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. А куда ехать-то? Alrighty then. Now what? Can we just get back to the house, please? Вернитесь в дом Майкла. Блин, офигенно, мы провели вторую часть этой миссии, просто съездили бургершот и ничего больше. So,
Because normally you're such a between the white lines, friends with the pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Сейчас, мне кажется, Майкл выпьет и начнется беспредел просто. Ну разве я не прав? Харе, твоя очередь. Ой-ой-ой-ой! Ни хрена себе его повело. А, я не управляю ей, блин! А, не, управляю немного. Охренеть, он снял деньги с нашего банковского счета и просто выкинул нас на улицу. Спасибо, сынок. Я тебе, сука, еще покажу. Надеюсь, нас не менты тащат или... А... Обезьяны? Серьезно? Что происходит? Блин, охренеть. Корабль пришельцев, я так понял? Да. Лол, блин. Корабль пришельцев. Что может быть еще круче? Что это за гоблины? Даже не пришельцы какие-то. Тупо гоблины. Не на чужих, кстати, очень похоже. Теперь мы в трусах просыпаемся. И мы куда-то исчезли. Ух, ёпта! Ух, нихрена ж себе, мы над Лос-Сантосом неплохо так летим. О! Ха-ха-ха! Охрененно! Офигеть, тупо накачал нас транквилизаторами, сучёнок. Ну, тупо вспоминает все, что он сделал для своей семьи. Хорошего. В кавычках. Приземление! Да. Здесь Майклу норм. Не думаю, что с ним что-то плохое могло случиться, но по ходу задания мы выполнили. Кстати, довольно долгое задание. И вот мы очутились на парке, в парке. Совершенно голый. И так и не поняли, кто нас оттащил. Jimmy, you little shit. Блин, слушайте, это задание реально долго идет. Нам пора уже возвращаться домой. А Майкла, походу, еще не отпустило. Ну, чуть-чуть. Охрененно. Короче, он снял все деньги с банковского счета. Мы теперь не имеем денег с того ограбления, получается. Жена уехала с этим мудаком. Видимо, Трейси тоже с ним. И вдобавок нас накурили. Нам дали транквилизаторов. Ими вроде нельзя накуриться, да? Их вкалывать пока. Но он выпил. Ну и вот, сейчас мы... Должны теперь после этого вернуться домой. Надеюсь, Джимми дома, чтобы воздать этому мерзавцу. Hey, I'm home. Anyone here? Kids? А, нам вниз надо. Блин. Я что-то уж по привычке в комнату Джимми пошел, хотел. Я вернулся. А, записка. Майкл. I think you finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned.
Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend. And then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. We've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please, don't try to contact us, and try not to get yourself killed. Amanda. Ну, в общем, все понятно. Майкл в итоге остался один. Ну, задание мы выполнили. Время не успели. Воин, треугольник, хвала солнцу. Да, только за время не успели. Ну, потом, если что, перепройду, и все нормально будет. Ну и, в общем, Майкл остался совершенно один. А из подопечных у него только, только Франклин. Ну и, по сути, стоит между Тревором и федералами. Теперь мы можем заниматься йогой и минус 3000 рублей, которые снял Джимми. А, я уже думал, он прям все снял, я думал, мы банкрот. Ну, в общем, пока что две серии, к вечеру сниму еще несколько. Поэтому увидимся именно в них. Ну, скажите, что вам тоже жалко Майкла. Напишите в комментарии на эту тему.